асфальт поверх льда. Именно так ремонтируют дороги во Львовской области. Речь о трассе Драгобыч-Самбор. Работы на видео снял один из водителей и опубликовал в Фейсбуке. На этих кадрах видно, как дорожники засыпают в ямы асфальт и раскатывают буквально поверх достаточно плотной корки льда. Пользователи написали тысячи гневных комментариев под этой публикацией. Они требуют от властей дать оценку действиям дорожников, которые пускают, по их мнению, на ветер государственные деньги.